И дан старт скачки. Кучный прием. Со старта вперед выходит Олив. Олив впереди, Деграф вторым, Кориандр третьим. Впереди Олив, на втором месте Деграф, замыкает Кориандр. Участники скачки входят в левый поворот. Олив, Деграф и Кориандр. В этом же порядке лошади едут в левом повороте. 400 метров пройдены за 28,6 секунды. Спасибо. Итак, по-прежнему впереди Олив. На втором месте Деграф и замыкает Кориандр. Пятьсот метров до финиша, Олив впереди, Деграф его атакует с поля и Кориандр третьим. Выход на финишную прямую. 500 метров пройден за 35,6 секунды, Деграф полевой стороной выходит вперед, Олив держится вторым, Кориандр третьим. Впереди Деграф, Олив на втором месте, третьим Кориандр. Лидирует Деграф. Вторым по бровке Олив, и Кориандр немножечко приближается к Олифу. Деграф выигрывает скачку. На второе место выходит Кориандр. Олив финиширует третьим.